Стояла немного. Так. Вот. А при первом запуске приезжала организация, которая запускала ее. Им пришлось вот здесь подшипники водяные на крючатке менять. Для этого сделано вот это вот. Они вообще здесь пришлось им доставать весь промежуток. То есть они от воды разбухают. И вот не факт сейчас, что они, вот скорее всего, что их тоже надо менять. Вот такая вот ситуация здесь получается. Дальше. При открытии вот этих закрылков, там стоит автоматика, что они автоматически закрываются. То есть при неисправности там соскакивает противовес, все закрывает. При испытаниях, когда вот так сделали, весь модуль сместился почти на полметра. То есть от гидроудара он ушел сюда и слетел с трубы. И вот на данный момент, вот я не пойму, вот здесь вот что, не обратил в тот раз внимания, почему вот зазор появился. Вышло. Да. То ли это вот после запуска у них вот это вот случилось, после последнего, то ли еще как. Воды там нет. Там сливной открыт, здесь сливной не закручен. То есть мой совет, которые запускали организация, приезжали специальные наладчики. То есть они все перебрали, проверили, заменили эти подшипники водяные, и они запускали. Вот если бы они приехали, да я с ними бы здесь вот все как бы посмотрел, я бы уже понимал, уже бы знал, да, что и как, и на что внимание обратить. Они специалисты. Вот они оставили бумагу. И запуски. Что нужно делать? То есть по... Угу. По пункту. Инструкция. Да. Это вот. А вот то, что вот этот удар они указали? Гидроудар? Нет, не знаю. Ну, здесь вот как бы полностью инструкция для запуска. Но я думаю, что вот желательно, чтобы кто-то, вот кто этим занимался, при первом запуске присутствовали. Вот эта организация. Так. Мое мнение такое. Я здесь с мужиками говорил, со слесарями. Они боятся браться. Серьезно, говорит, это. Мы, говорит, раскурочим что-нибудь. Не все так просто. Так. На двух листах, да? Вот тут. Нам бы как бы ее отсканировать и отправить нам. Вот это здесь надо оставлять ее. Угу. Стал-то здесь. Поможет. Так отсканируем. Но. Вот мое мнение такое, а там вы сами. Ладно, будем думать. То есть проблема вот здесь вот. Да. Вот это я вот на данный момент не могу сказать. Когда вот оно появилось, то ли это вот когда они запускали ее, вот приезжали для сдачи, был пробный запуск, то ли оно потом вот это появилось. Но пойдемте еще на улицу. При аварийном закрытии закрылков, когда модуль ушел, сделали вот здесь упоры. Вот эти. Так, были. Там где-то вот эта штука. То есть модуль садили на место, подтягивали.
Вон они что придумали. Да. Понятно. Да. Есть. Да хоть в чем. Давай я принесу домой, я пока занят. И там... Ты в чем будешь брать? В банке или в котелках?